Приветствую всех на канале «Есть поесть». Праздники заканчиваются, начинаются трудовые будни, и сейчас снова становится актуальной тема быстрых и сытных завтраков. Сегодня приготовлю хлебные кексы с мясом и овощами. Такие кексы можно испечь с вечера, а можно приготовить все составляющие, утром добавить яйца, размешать и запечь. Лично я вообще готовлю их впрок, замораживая, кстати, очень удобно. А список ингредиентов смотрите под описанием. Итак, любой хлеб, я беру батон, нужно порезать кубиками среднего размера, примерно как на сухарики. Любую колбасу, ветчину или копченое мясо, как в моем случае, нужно нарезать не очень крупными кубиками. К яйцам добавляю молоко, можно взять сметану, соль, специи по вкусу и хорошенько взбалтываю. Также сюда можно добавить резаную зелень. К мясу с хлебом добавляю овощи. Я беру замороженную стручковую фасоль, резанную кусочками, и помидоры. Можно взять еще, например, зеленый горошек или кукурузу, как замороженные, так и консервированные. Выливаю яйца и хорошенько размешиваю, но недолго. Нужно, чтобы каждый кусочек хлеба пропитался яйцом, но при этом не потерял форму. Беру силиконовые формочки для кексов, я их ничем не смазываю, и выкладываю хлебную массу. Слегка прижимаю, но при этом сильно не утрамбовывая. Затем сверху посыплю тертым сыром, также сыр можно добавить и вовнутрь. Отправляю кексы выпекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-25 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Так как я их буду замораживать, даю хорошенько остыть. Можно заморозить прямо в формах, обернув пищевой пленкой. Я же обычно извлекаю. Складываю в невысокий контейнер, плотно накрываю крышкой и убираю в морозилку. Посмотрите, кексики отлично держат форму и до заморозки, и после разморозки. Получаются ароматными, вкусными и сытными. Их очень удобно также брать с собой на работу в качестве перекуса. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Поделитесь, а что вы обычно быстренько готовите на завтрак? Подписывайтесь на канал «Есть поесть» и смотрите другие рецепты быстрых завтраков и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.